по адресу Гостенская, 16. Приступить. Гостенская, 16. Приступить. По поручению губернатора в Белгороде три раза в неделю проводят тренировки по гражданской обороне, проверяют готовность подвальных помещений, приспособленных под временное укрытие, и отрабатывают практические действия по перемещению населения в безопасные места. До ответственного будет доведен сигнал, и мы посмотрим результат, кто откроет и за какое время. Первое. Второе. Нас интересует само подвальное помещение, его состояние. Поддерживается там ли санитарный порядок? Имеются места для укрытия, в котором расположены лавочки или питьевая вода? Удалось не только осмотреть укрытие, но и воспользоваться им по его прямому назначению. На улице завыла сирена и объявили ракетную опасность. Прошу пройти в место, предназначенное для укрытия населения. Объявлена ракетная опасность. Есть вода и место для отдыха. В помещении сухо, а главное, безопасно. У вас сигнал на открытие какой является? Что у вас служит? Сирена. На данный момент в городе оборудованы 2047 подвальных помещений. 1935 из них расположены в многоквартирных домах. Николай Корягин, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.